Сегодня Равшан Абдивахидов эту встречу обслуживает. В мяч можно было сказать, что матчи между здесь нет. Тем не менее, дорогие друзья, 34-я игра. Фотографию на память необходимо зафиксировать. Ну и, друзья, поехали по протоколу. Итак, я ваш Ахназарий справа, 77-й Аброр Исмаилов слева, и он тоже есть. И еще нас зовут Даврон Алиджонова и Асадбека Джурабаева. Их тоже пригласили в команду. Кого нет? Шатер Шатибоев. Так, готовится. Перестрел. Да бей! Удар! Вот это был момент. А мы смотрим на выход. Качественный. Да. Вот он. Подарочек судьбы, и здесь надо было наказывать. Ну, очень был, конечно, тяжелым, но настолько, чтобы в первом тайме прятаться. Ставка на вторую половину. Не знаю. Так, оп! Подарок! Давай! Не было офсайда, дорогие друзья! Счет становится у нас на 18-й минуте 1-0. Только я рассуждал, что произошло с ОКМК. Вот что происходит. Албанец, друзья. Еще ошибки футболиста. Восхвалил Всевышнего. Ну, смотрите, что это произошло. Азим Ахмедов. Вот это да. Ну и просто расстрелял датцы. Зачем он смотрел на Лайсмана, я не понял. Зачем смотрел на Лайсмана датцы? Какой офсайд? А ВАР изучает, что офсайд был, когда? Когда была передача на датце от его же партнера. Ну окей, ну Азим Ахмедов же придумал эту. Там приближается к штрафной площади навес. В район 11-метровой отметки. ОКМК спокойно тут оборонялся. Правда, подбирать мяч тоже нужно. А здесь подбирает его Исмаилов. Прострел! Какой был момент? Продолжается атака. Нет, она не продолжается. Ну а мы смотрим. Повтор. Вот так развивалась атака. Офсайда здесь нет. Рахманов, ножка его была ближе к воротам. Здесь, возможно, был офсайд. Возможно. Ну и статистика супер. Два матча, три гола. Подрезал сейчас Джокича. Йован выругался. Атака продолжается на Бахоровской, поэтому игра не остановлена. Хакназари не теряет мяч. Исмаилов. Исмаилов, пас. Пробить не дадут. Дадут! Вот это был момент! Давайте еще раз разберем этот момент. Исмаил хорошо поднимает соперника, делает передачу. Как Назари придумал, смотрите, какой финт. Вокруг своей оси. Обернулся, развернулся и с правой ноги двинул под перекладину. Не попадает в створ ворот. Даже если у нас игра завершится в 9:00, друзья, мы успеем вам показать возвращение наших олимпиоников. Ничего не стал добавлять рефери. Датцы забил пока единственный гол в этой встрече, воспользовавшись ошибкой на Бахора. Дорогие друзья, возвращаемся в Алмалык на ОКМК-арену на Манганцев. Что же касается ОКМК, и уже у него три гола. А вот тот самый Датцы. Все на поле. Погнали, друзья. Равшан Абдивахидов разрешает. Первым таймом он показал одну желтую карточку. Георгий Никабадзе заставил его обладателем. Ну а дальше вроде бы подбор Алмалыкский. Касымов обыгрался с партнером, пошел открываться. Сейчас тиски на Бахор, зажимает ОКМК, отбирает мяч, приближается к штрафной площади. 2-5. Штрафной мяч. Надо отдать его. Удар! И... вот это да! Этого! Вот, вот он. Удар отбивает перед собой Ильясов. Подбор на Бахоровский. И штанга спасает. А кто бил? Никабадзе? Нет, друзья. Бил только-только вышедший со скамейки Камил. Это развязка. Какая будет развязка в этой истории, а? Балтабаев мяч принимает. Джамшит грузит его в штрафную. Удар! Замет. Нет, это не самое интересное. Да, опасный был момент. Я думаю, штрафной площади. Никабадзе тоже там. Джокич пришел. Погнали. Навес. Удар! И... затолкали мяч на Манганцы. Рефери указывает на центр поля. Хотя, подождите.
Подождите, там Илья со свою команду невероятным сейвом спас. И дальше все было... Ух! Куча мала. Иванович, а мы предупреждали, вот это опасный парень. Давайте еще раз смотреть. Искандеров грузит, удар, тащит вратарь. Иванович, бам, бам, бум, бам. Подождите, мяч пересек линию ворот? Подождите. А вот сейчас будем разбираться. Затолкал ли мяч Иванович в ворота? Я не разобрал. ВАР изучил. За пределы штрафной. ОКМК разыгрывает. Аут. Быстренько. Ой, момент! Давай! Какой был момент! Зачем нам обрубили этот эпизод? Ну вот, друзья, это был голевой момент. Даци. Какой крут. Клепач и Абдурахманов. И вместе с ним Тору, который мяч отбирает, который бежит вперед. Быстро переводит мяч на левый полуфланг. Там все открыто. Рахманов устремляется закрывать эту обнаженную зону. Мяч в штрафной площади на Бахор. Чем все это обернулось? Ударом или прострелом? Вот поди разбери. Никабадзе рухнул на газон. Одним набранным баллом. Да, был убойный момент у Даци. Но сколько было моментов у Навбахора, который продолжает атаковать. Рано подводить итоги. Джиана приближается к штрафной площади. Русланбек финты. Русланбек бьет! И... Будет туда? Не будет. А в обратную сторону? Так, 2 на 3. Раз, два, три, четыре. 4 на 3. Развивается атака Джиана. Смотрит налево. Увидел партнера. Финтит. Перепрострел. И все. Арбитр. Не останавливает встречи. Игра у нас продолжается. 2 минуты уже переиграли команды. Но там была пауза. Вот теперь 4 на 3. ОКМК раскрывается. Контратака. Мяч штрафной площади. В центре. Удар! Вот это развязка! И кто мог предположить, мои дорогие друзья, но точно не я, что ОКМК, я предполагал, что они согласны ничью. Остались десятером, Акрам Камилов, хромая, покидает поле. Судя по всему, там серьезная травма у него. И как они здесь подловили на Бахор. Давайте еще раз смотреть эту атаку, как она развивалась. Передача направо. Дальше обратно пас пошел в центр, пробрал мяч себе на ход. Кто это был? Вышедший со скамейки Михаил Клепач и клепает, друзья. Не буду говорить, что трансферное окно пополнили ряды Алмалыкчан. Вот это развязка. Времени у Намангана отыграться сегодня. У Алмалыка Даци. Эпизод голевой. Сейчас контратака, пропущенный мяч. Грубейшая ошибка Намангана. Все, друзья, свистит рефери Равшан Абдивахидов. Я все, что хотел сказать, уже сказал. Церемония встречи на